Блокчейн-стартап из США Provenance собрал 800 тысяч долларов начального финансирования. Как сообщает CoinDesk, Provenance работает над решениями цепочки поставок продовольствия с момента основания в 2013 году. Это решение позволяет розничным торговцам и производителям открывать данные о продуктах, отслеживать путь товаров и предоставлять клиентам доступ к этой информации. Главный исполнительный директор Provenance Джесси Бейкер отметила, что финансирование планируется использовать для ускорения запуска продукта, который должен быть выпущен осенью этого года.